Так же самое, как полезно. В первую очередь физических кондиций. А день, да? Моменты были не реализованы. Ничего страшного. Команда хорошая, самобытная. Кого ты считаешь фаворитом чемпионата? Фаворит Шарлиз Лукаш. Два фаворита. А GTI? GTI нет. GTI поборется разве что очки отберет у кого-то дальше. По игре прокомментируй, пожалуйста. Я думаю, победа закономерная. Пацаны боролись, отыграли хорошо. Я думаю, все довольны. Ну, в принципе, закономерно. Победа заслуженная. Арбитраж, пару слов. Что-то я смотрел, обе команды как-то были не особо довольны. Да нормально, нет никаких претензий к судьям. Нормально отсудили. Ну, ничего страшного, у каждого есть ошибки. Это такое. Будут работать над ним. Кого ты видишь конкурентами в борьбе за чемпионство? Ну, я думаю, Берин хорошая команда. Вагонный завод. Это Арсенал. Ну, вот будем с ними бороться за первое место.